Я с уверенностью могу вам сказать, что вам понравится этот рецепт. Что для этого нужно? Молодые крепкие огурчики. Сверху нарезаем чеснок 4-5 зубков. Затем добавляем лавровый лист пару штучек. Далее нужно добавить перец горошком 10-15 штучек. Сверху укладываем укроп. Можно сушеные зонтики укропа. Тем временем делаем рассол. Вода 1 литр, соль 2 столовые ложки, сахар 1 столовая ложка. Ждем, когда закипает рассол, и выключаем. И этим горячим рассолом заливаем огурчики. Затем огурчики накрываем тарелкой, чтобы они не всплыли. Оставляем на ночь. Затем достаем огурчики. Они получаются нереально вкусными, а самое главное – хрустящими. Всем приятного аппетита, готовьте с любовью и не забудьте поставить лайк. Вам не трудно, а мне приятно.